Привет, друзья! За прошлую неделю на моем канале не было ни одного нового видео. И это не значит, что я отдыхала или занималась подготовкой к Новому году. На самом деле я работала. Я снимала новый материал. Особенно высокая работоспособность у меня была по ночам, когда никто не мешает, когда никто не дергает меня. И я могла полностью погрузиться в рабочий процесс. И теперь я займусь обработкой материала и буду постепенно показывать вам, что я для вас подготовила. Новое видео появится уже в эту субботу, и это будет уже 2021 год. А сейчас я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть этот год станет одним из лучших в вашей жизни. Желаю вам, чтобы ваши заветные мечты сбылись. Приятных вам впечатлений, хорошего настроения, замечательных людей вокруг. И главное, берегите себя. И сейчас я вам покажу те миниатюры, которые получились у меня в результате моей работы, и по ним будут новые видео.